взять, блин, великих ученых. Там-то у них, блин, мозгов-то поболее, чем у нас куриц, ё-моё. Ладно, расскажи мне про телевидение. Ой, я даже не хочу. Ну так, в двух словах. Чё, ну что, ты работал на НТН-4 гримером, господи. Это интересная работа. Слушай, ну людям, знаешь, любая работа, скажем так, всегда зависит от людей. Какой коллектив, блин, какие люди, именно, даже если... Ну, с тем, ну, просто у нас на тот момент НТН-4 развалился, ну, там лицензию не продлили. Вот, вот жалко именно было, знаешь, людей. В каком смысле? Что перестанем меньше, ну, перестанем общаться, перестанем это. Вот это самое важное, люди важны. То есть вот это весь процесс, как тебе сказать, ну, не видится каждый день, давай скажем. На сама работа. Это что, просто как ремесло? Или все-таки там было какое-то призвание? Я бы даже, знаешь, как тебе сказать, ремесло? Мне кажется, я же тебе тогда говорил, блин, все равно что-то у человека заложен. Вот, допустим, кем ему быть, тебе какой дар? Я вот даже себя помню, я же помню, был, я не знаю, приехал в деревню. Вот. Приехал в деревню, и там Новый год. Я ни с того, ни с сего, блин, давай, блин, не знаю, девчонок гримировать. Ну, угу. Тоже подсознательно просто вот, начал просто, ну, как бы умел рисовать, но интересно было на лице что-то сделать. И ведь с того же момента, я даже это запомнил, с того момента, вот потом я когда уже попал на гримера, там, не знаю, отучился там все это. Ты уже вспомнил? Да, а потом думал, во, а это что к чему-то. Это же уже, да. Хотелось? То есть, ну, как хотелось, это, ну, давай сказать, как... Так, все равно тебе аккуратно, точно указали дорогу, по какой-то дороге, сука, должен пойти. Всем привет! У нас... Сегодня на канале в гостях Николай Коллекционов, художник, татуировщик, визажист, да? Нет, гример лучше. Гример, да. Ну и потом скульптор, наверное, да? Ну, мне тоже это интересно дело. Скульптор, резчик, просто изобретатель. Ну, я бы не сказал бы. Не, ну так-то. Итак, мы сегодня поговорим немножко обо всем. Да, неформально обо всем, как, собственно, и заявлено на нашем канале. Итак, Николай Коллекционов, мы сегодня посмотрим, что, чем нас потрясет Николай, какими своими трясти талантами. Трясти я никого не буду. И самое интересное, что, ребята, самое интересное, что у Николая есть очень интересные мысли по поводу всего неформального. Вот сегодня мы их послушаем. Это, пожалуй, самое. Ну, интересное. Это зря, знаешь, если честно, больше, наверное, больше хочется молчать. А потому что, а что толку разговаривать действительно раз с людьми, если вроде разговариваем на одном языке, ага. И не понимаем. Вроде бы, да, так вот, если посмотреть, да, вот русский язык, да, вот, допустим, вот, каждое слово что-то значит, да, сказанное. Угу. Ты вроде бы эту мысль выдаешь, ну, каким-то определенным, ну, не знаю, словом. А другой человек тебя понимает это слово немножко по-другому. Может, все по-разному видят? Да, ну не зря же у нас на Руси, в принципе, образное мышление у нас было. То есть, каждый человек, ну это же тебя научили, допустим, вот говорить на русском языке, а кого-то на английском, кого-то на иврите, кого-то это. А вообще, когда маленький ребенок рождается, ну давай скажем, он же видит, давай скажем, картинки, ну понимаешь, он же слов не понимает, и он видит же образы. Ну да. Ну и опять же, он же, наверное, и мыслит образами. Ну, младенца, не младенца, а еще в утробе матери двое. И один верующий, другой неверующий. Один говорит, что там, это вокруг нас мама. Он говорит, никакой мамы нет. И никакой жизни после родов нету тоже. Ну, то есть, ну понимаешь, да, смысл сказанного. Ну да, ты мне еще скажи, что нас вообще еще тут нету. Не, ну да, я, допустим, передачу какую-то смотрел, ну, что-то, знаешь, наподобие матрицы, знаешь, вот, ну, там право, ну, то есть, каждое исследование, там, допустим, показывает, что действительно, возможно ли, вот, да, вот ты же видишь, вот сейчас до момента, вроде ощущаешь, но это, в принципе, мозг там тебе дает какие-то определенные сигналы, ты, по сути-то, вот так. Ну, а на самом деле, может быть, я думаю, мысли такой тоже, наверное, скорее всего. Ты сейчас выведешь на моего любимого конька про осознанное сновидение, и будет уже интервью со мной. Давай начнем с татуировочки, друзья. Уже давным-давно бы.
Ладно. Ути-пути-мути. Ну что, я подзажил достаточно, наверное? Здесь все. Да, так оно поджило. Ну ладно, даже ничего, вот это немножко там увеличим. Чуть где-то еще, может, подзамажем. Сейчас мы... Сейчас нам надо в позицию флага, блин, найти. Как бы он и нам не хотелось бы прятать. Ну, часть, может быть, спрячем. Это вообще что, литье, резьба? Расскажи, пожалуйста. Давай скажем так. Да мне просто скучно стало заниматься чем-то одним. Вот и все. То есть, допустим, татуировки, да, тоже нужно достигать именно определенной высоты и профессионализма. Но татуировки, я думаю, все-таки все равно не мое. Вот если делаешь что-то своими руками. А покажи, на стол положи, положи. И расскажи, вот это что за заказ. Ну, вот заказ топорища для топоров. Под, скажем так, эксклюзивные топоры. Сейчас тоже модно. Вот. Делать какие-то эксклюзивные подарочные топоры. Ну, они рабочие, в общем-то, делают. Ну, вот что-то захотелось. Хотя есть резные, ну. Я имею в виду, прям из дерева вырезает. Но вот здесь имитация как бы кости еще делается. То есть, чтобы он действительно, чтобы под кость было похоже. Ну, не всегда под кость, конечно. Слушай, ну а вот они в процессе... О, это вообще гориллы, да? Ну да, давай скажем так, Кинг-Конгом. Ну, все это тоже пробный такой вариантики. Вообще прикольно. То есть хотелось бы, допустим, не только с открытым ртом сделать именно, а вот именно, знаешь, имитация есть. Ну, с самого Кинг-Конга у него уже как бы есть особенность, клык торчит, вот именно с закрытым еще ртом делать. Идей здесь очень достаточно много. Что можно в них делать, допустим, экспериментировать, плюс там-то, не знаю, с камнями, то есть какие-то другие, допустим, образы. Не только там, допустим, яка, там, черепа. То есть, вот, но это еще пока делается. Это, я еще не обтачил. Эти-то более уже завершенные, надо отправлять человеку. То есть ты сначала что делаешь? Ну, это не секрет. Ну что, ну да, да, что такое секрет? Ну, сперва делается модель, к примеру, да, заливается. Вообще, ну, к примеру, вот, ладно. Заливается. Болваночка, допустим, на нее. А потом это все это вырезается. Все это вырезаешь именно в форму. Ну, чтобы потом полегче было. То есть уже снимаешь с нее форму. Но все равно в любом случае ее надо будет обрабатывать. Потому что даже если ты по форме ее сделаешь, все равно остаются какие-то ненужные части. Допустим, ну или где-то, допустим, не пролилось очень хорошо формочка. Ну делаешь, вот, дотачиваешь, подкрашиваешь, подгоняешь. Ну что-то такое индивидуальное. Именно, ну не знаю. Ну вот здесь в данный момент, да. Хоть это и действительно пластик, но он здесь действительно похож именно на кость. Слушай, а они не отвалят? Да я, знаешь, уже проверял. Да? Можно, конечно, пожалуйста, испытать ее. Нет. То есть хотя бы так, блин. То есть она, давай скажем так, она сама по себе очень крепкая. Она такая же, как и дерево. То есть по крепости. Конечно, знаешь, с дуру и сам знаешь, что можно сделать. Ну, вот всяких артистов там гримировать, дикторов, интересно. Слушай, ну они же такие же люди, как и ты и я. Ну, понятно, но интересно. Ну, ладно, ну вот он, что-то... допустим, ну он так же вышел, да, ну, к примеру, да, он достиг своим трудом, я не знаю, своим пробитным характером. Ну, до любого актера, там, возьми, которого ты знаешь известный. Вот один играет именно, знаешь, правду, то он тебе нравится, да? То есть, блин, он излагает, в принципе, он играет роль, блин, действительно правдивую, прям, может, действительно, за душу там берет. Это обычные люди. Но это так же, как и люди, которые, это же тоже талант, в каком смысле, переживание. Он же, опять же, я думаю, что, так, вот, допустим, актеры, они, как тебе сказать, они любят за людьми наблюдать. То есть, как кто ведет, блин, да, он где-то вникает в него, то есть, проходит через него. Но большую часть, наверное, актеры, они там теряются. Ну, как тебе сказать, знаешь, вот бывает звездная болезнь, там, то есть, некоторые из роли не выходят. Ну, как тебе сказать, да. Ну, то есть, вот ты, Дама, ты же тоже себе сделал, у тебя тоже определенная роль, да, вот каким тебе быть.
то есть, допустим, вот, ну, то есть, тоже бывает, выбираешь дорогу, ладно, там, с женой что-то не так там получилось, ну, к примеру, что, так, ага, мне какую здесь роль, ну, ты же тоже роль потом выиграешь, как ее, допустим, не знаю, добиться, я не знаю, приблизить ее, ты тоже одеваешь, опять попробуешь одевать другую маску. Другие как тебе... маски. А, ну, да? То есть, то поведение, да, это опять же та же маска, ты просто поведение меняешь. А если ничего не делать, вообще ничего не делать? Тоже а нет. Есть тоже интересное, а это тоже имеет свойство быть, почему нет? Опять же, в неделании есть делание. Да, опять же, вот смотри, да, вот если довольно лентяй. Неделание это и есть делание, да? Ну, неделание есть делание. Ну, давай скажем так. Опять же, все, что у нас, допустим, здесь есть, все рождалось именно в лени. Ну, к примеру, там машину там изобрели. Ну, что он будет там, колесо, чтобы шестеренку, ага, он подумал. А что это буду мешками туда водить? Что-то тяжеловато, блин, в общем-то, по сути. Придумал шестеренку. Одна шестеренка большая, другая маленькая. Вот, допустим, и вот если вот эту шестеренку крутить, блин, вот эту, вот эту чаще, а это больше. То есть она быстрее будет подаваться туда. И, да, и то есть ты можешь этим пальчиком, блин, просто вот так пальчиками ничего не делать. Ну да, вот редуктор придумал там, еще что-то. Все это от этого. Скорее всего, все изобретения от лени. Ну, честно, может быть, нет. Это как-то этот, с вами передача там, не знаю, как там это называл. А может, про татуировки что-то смотрел. Там бывает, типа, знаешь, Discovery. То есть мужик там разговаривает про то, что татуировки говорит. И это. Батя был, ну, всю жизнь хотел татуировки, но не хотел на себе что-то иметь. И когда он узнал, что он то ли рак, то ли еще, ну, что-то такое, знаешь. И он говорит, хочу татуировку всю жизнь, блин. Мне теперь, говорит, терять нечего. И сыну говорит, сейчас я, говорит, татуировку, что я хотел, сделаю. Говорит, когда я, говорит, помру, возьми, говорит, с меня, блин, то, что вот эту татуировку сними и повесь в рамку. И он так сделал. Отец помер, блин, он с него шкуру, блин, снял и в рамку поместил. Говорит, вот батя у меня, блин, а там хотя отрезал. Ну. Определенно. А какой ему дал, интересно? А? Кто ему так дал сделать? А врачи? В Америке, ё-моё. Ну, в Америке. Не наш, блин, американец. В Америке там вообще можно. Там вообще помочь может. Наверное, все-таки, наверное, любить надо искренне. Они, знаешь, не делают для людей вид, блин, какой хороший папа или хорошая мама. Искренне полюбас надо. Да. Ты должен, блин, для них. А если не можешь, тогда нахер и не рожай. Знаешь, я тут народ, я вот смотрю на людей тоже. Ну, не знаю, на знакомых еще что-то там. Знаешь, вот не дают детей. Вот не дадут. А вот действительно потом на них смотришь со стороны. Блин, а ведь муж, правда, значит, ты что-то недоработал, не доделал, что тебе не дают. Вот. Да. Ну вот, к примеру, да? Ну сколько таких вот моментов? Где-то действительно осознать, значит, для кого-то что-то ты должен сделать. Ну, к примеру, ну возьми тогда из детдома, если так детей ты любишь. Еще уж на то пошло. Так не берут детей, понимаешь? И чужих не воспитывают. То есть я хочу свое и все. А может, правда, он все-таки сверху-то смотрит? Да. Кому дать, кому не дать. Но опять же, если даже, блин, дают, так опять же, получается, ребенок больной. Что-нибудь получается именно другой эффект. И ты начинаешь мучиться. Может, правда, как-то надо изнутри себя пересматривать. Надо ли ты что можешь ребенку дать-то? Что ты у него хочешь в этот сосуд положить-то? Оказывается, он ничего туда не хочет. Он просто завел живую игрушку. Просто, знаешь, вот природа потребовала, хочу и все надо. Вот я, блядь, женщина, я должна родить. Все. Ну, я же родила, я же мама. Ну, ладно, мама-то мама. А что дать ему? Ну, накормить ты можешь, конечно. Знаешь, бывает, дети действительно приходят, именно независимо от того, как ты его воспитал. Вот он пришел, блин, и он какой-то своеобразный, как тебе сказать. Его даже учить не надо, он такой. Дети индивиды. Ну вот, знаешь, вот как будто он, знаешь, не спрашивал у тебя как бы, желание, что как ты меня будешь воспитывать. А он пришел и все. Ну да, бывают такие дети. Знаешь, вот он как просвещенный. Просветленный. Ну, просвещенный.
Расскажи мне про информацию, которую татуировка несет, и что может быть с людьми, если ты считаешь, что если на себя наложить как ту или иную информацию, как бы нанести рисунки, что-нибудь будет или не будет? Ну, давай скажем так, это... Человек вообще накладывает на всю информацию. Правильно же есть поговорки. Думай, что... А, говоришь, что думай же, и думай, что делаешь. Ну, делаешь. То есть это же не просто так. Ты, допустим, даже мысль может что-то менять. Какую-то определенную. Ты вот даже мелько, может быть, о ком-то подумал. То есть уже запустил какую-то определенную информацию. То есть уже даже... Ну, ты общаешься с человеком, да? И давно ты его не видел, да? Ну, ты же не просто так же через какое-то время ты его или можешь увидеть, или услышать. Все-таки есть же обмен энергией, да? У нас же тоже там идут какие-то процессы электрические. То есть это как электрические волны, так же, как, не знаю, как радиотелефон, там еще что-то такое. А когда татуировку делаешь, это ты, допустим, еще рисунком подтверждаешь именно свою информацию или свое, ну, не будущее, но... Скажем, кто ты, что ты, как ты мыслишь, ты именно делаешь, как, ну, как печать, какую-то определенную печать того, чего ты хотел бы, или что у тебя вообще в душе творится. Ну, к примеру, опять же, не вот я бы... Немножко материализуешь свои мысли. Да, да, скажем так, материализуешь свою, в принципе, определенную жизнь. Вот я вот смотрю, очень много чертей делают. Вот честно, у меня даже душа не лежит, мне вообще это делать. А есть, которые ты отказываешься? Ну, есть и люди, которые, как тебе сказать, ну... Нет, было вообще когда-нибудь, что ты отказался делать? Да было. Да неоднократно было, потому что какие-то люди вообще бывают, скажем, они разные, ну, это ну, тоже имеют право быть таким, такие люди имеют право быть. Ну вот он приходит, да, но он не соответствует моему, как бы, не знаю, желанию, то есть то, что делать, или у него энергетика, то, что, знаешь, за все время общения, давай скажем так, с людьми, ты в любом случае, волей-неволей, ты начинаешь, ну как, понимать их, наверное, уже даже, еще даже рот не открыл, ты уже понимаешь, что он хочет сказать и что он имеет в виду, то есть, и уже эта информация, она тебе, ну как тебе... Ну, неприятно тебе с человеком просто даже работать. Только даже, знаешь, и денег не надо никаких иной раз. Просто уже хочется избавиться, потому что он тебе жирает. Такое ощущение, что он тебя жирает энергетически. А как энергетически? Ну, просто давай, скажем так, он тебе забирает настроение, настрой твой. Знаешь, я просто здесь иной раз на себя злюсь только по одной причине. Потому что не получается иной раз договориться с самим собой. А, на себя? Ну, да, вот идешь, допустим, да, вот, ну почему? Вот, много думаю, то есть над тем, почему я на этого человека раздражен, почему он меня раздражает. Начинаешь искать именно причину именно в том, почему. То есть действительно начинаешь копаться, начинаешь разбираться. Дело-то, опять же, не в этом человеке. Хотя есть моменты, которые для тебя неприемлемы. Ну, как тебе сказать, ну, табу. То есть не пользоваться никем. Нельзя пользоваться кем-либо. Ты должен достигать именно какой-то вот, ну, хороших, нормальных человеческих качеств. Ну, то есть, давай скажем, человеческих с точки зрения, ну, где-то, ну, духовного. Ты не должен, блядь, ехать на чем-то горбу. Ты должен именно сам этого дать. Никогда, никогда ни у кого ничего не надо просить. Никогда. Ты должен добиваться. Мне бесят именно люди, когда они садятся на шею чью-то. И потом выдают это все за свое. Ну, как тебе сказать, я добился. А они, блядь, сели и поехали на чужом, понимаешь, горбу. И это больше всего раздражает. Ну, то есть, если я говорю, почему я злюсь, иногда, допустим, раздражение у меня есть. Mm-hmm. То есть, а потом думаю, блин, ну, а надо ли мне на вот это злиться? Ну, да и хуй на них, по сути. Когда ты работаешь с человеком, татуируешь его, да, во-первых, но это даже мне как клиента, я всегда ощущаю, что татуировщик становится несколько ближе к тебе, да? Давай скажем так, я не сказал, что я такой татуировщик. Знаешь, человек, который, вот даже парикмахер, если он тебя стрижет, он тебе несколько ближе становится, потому что человек с тобой работает, он производит какую-то работу над тобой, эстетику какую-то, какую-то энергетику. Вы обмениваетесь энергетикой намного больше, чем просто люди, которые стоят в лифте, да, там едут куда-то, правильно? Ну, так-то да. Да, то есть, и очень часто люди к тебе приходят как к психологу.
Правильно, да? То есть, если у них хорошее ощущение на тебя, и ты в процессе... Знаешь, я, наверное, скажу так, я опять же перебью. Скажу, наверное, так. Вообще, в принципе, да, люди сперва смотрят по картинке, что человек, в принципе, делает. Ну, я имею в виду, что наносит. А потом человек начинает ходить уже к мастеру, если он ему понравился, то есть, ну, как человек. Он потом к человеку приходит. Он даже не, уже не как татуировки, а вот именно, знаешь, вот этот обмен какой-то энергетики именно. Ну, я не знаю, искра какая-то между ними. Да, скорее всего, да. Потому что, да, человек, он, ну, свойственно. Да, вот ты что думаешь, вот ты татуировки делаешь для чего? Ты все равно же какое-то сознание туда вкладываешь, да? А еще плюс ты работаешь, опять же, кто тебе это делает, ну, даже у тебя он татуировки. Mm-hmm. Ты тоже с ним обмениваешься энергией. Он свою энергию в тебя вкладывает, допустим, ты вот свою идею, да, именно что ты в этом, ну, скажем так, видишь в этих татуировках. Ну, вот она у тебя татуировочка. Ты заклал свою информацию. Mm-hmm. Когда другой человек, ну, скажем, тот же, ну, то есть мастер, он тоже закладывает туда свою уже информацию. Это получается как-то... Совместная работа. То есть получается, да, совместная работа. Опять же, да, татуировка должна вообще, в принципе, качественная быть. То, что... Хотя, знаешь, я очень много наблюдал. Даже, ну, вот, знаешь, вот ты вроде видишь, блин, вот делаешь ты какую-то фигню, а ему нравится. Вот видишь, да, вот к себе дерзко, допустим, относишься, блин, что за фигню-то делаю, ё-моё. Говорю, да, говорю, вот здесь действительно надо доработать, вот это вот я здесь бы не так бы вот сделал, вот немножко, давай, может, что-то переделал, нет, мне вот устраивает и все. Ну, устраивает. Ну, ты хоть ты что-то его не убей, вот он его устраивает и все. Ну, это называется, как тебе сказать, нашли, ну, какую-то определенную волну, вот ему нравится, ну, вот он так мыслит, вот так вот он подошел к этому. Ну, вот он, именно, может быть, ты попал так же в его желание, ну, а, Коля, расскажи мне, пожалуйста, вот ты религиозен? Ну, давай скажем так, наверное, скажу, что-то есть. Что-то есть? Что-то есть. Мне даже, знаешь, иной раз кажется, что у нас уже все предрешено. Какие бы поступки ни делал, да, вот ты вроде бы хочешь свою судьбу изменить. Ну, к примеру, там, я не знаю, дом построить, там, еще что-то такое. Или же какое-то дело наладить, ну, именно по интересу или что-то. Понимаешь, бывает, вот ты делаешь все для того, чтобы это все произошло. А вот бывает просто как в дороге, вот, знаешь, вот тебя отводит. Знаешь, вот отводит и все. Ну, вроде все сделано, ну, должно пойти. Должно сбыться именно то, к чему ты, в принципе, всегда шел. Вот закрыта дорога и все. Вот оно останавливает тебя и все. Тут ничего не сделаешь. Ты и так с одной стороны подойдешь, с другой стороны подойдешь, с третьей стороны подойдешь. Ну, никак, не идет, не пробивается. И знаешь, ну, я всегда считаю так, ладно, если это не получается, значит, так кому-то что-то нужно, на самом деле. Я не знаю, я не могу тебе объяснить именно, что это, но что-то есть. Но это так, давай скажем, мудро и грамотно все это продумано. Знаешь, это равносильно, вот ты сидишь, заиграешь за компьютером в игру, и такое ощущение, что с тобой тоже играет. Ну, давай скажем... Виртуальность. Да, виртуальность, в принципе. Опять же, да вроде бы такое ощущение, что ты вот вроде бы в теле, то есть, ну, все, ощущаешь, что, допустим, вот, все это прекрасно. Может быть, там придуманы еще такие интересные вот эти аватары, ну, типа нас, я имею в виду людей. То есть мы тоже какую-то, не знаю, вступили в какую-то игру, да, ну, вот на подворье там, ну, высшие силы, я не знаю, бог там или еще кто-то, или силы, которые он подходит. Ну, что, сегодня сыграем в какую-то игру? Ну, то есть, допустим, ты вот сегодня будешь таким-таким, ну, человеком, да, с таким-то характером, с таким, ну, не знаю, банкиром, к примеру, там, я не знаю, ну, не знаю, татуировщиком, художником, летчиком, то есть, допустим, кем ты сегодня будешь? Ну, вот, ладно, будешь, вот, еще плюс судьбу выбираешь, к примеру, да, вот, будет сложноватенько, но ты должен, ну, это как, так же, как и в игре, и проходишь какую-то определенную сложность. И вот ты сам выбираешь эту сложность игры, да, именно по, ну, жизненную, то есть ситуацию. То есть и ты это, вот эту игру ты начинаешь играть. То есть и при этом тебе еще же, как говорится, стирает память, если пришел ты сюда, если уж верить там, знаешь, именно в эту игру. Стерли, ты должен идти именно до конца, или ты сдаешься, или не сдаешься. Вот здесь такой вот эффект. Слушай, вот я тебе накину одну мысль. Смотри, я вчера слушал аудиокнигу Оша, ну там, «Осознанность». И очень интересная, значит, ну, очень интересная мысль о том, что мы все в
спим, даже если мы открываем глаза, мы все равно спим, и только как бы в тишине, в медитации мы на самом-то деле пробуждаемся. И очень мало людей пробужденных, а в основном все пленники своих мыслей, своего тела, необузданных своих мыслей, необузданных желаний, вот этих всех вещей. То есть человек, люди не пробужденные, а невольные. То есть и то, что и физическая, значит, физическая жизнь – это еще и не жизнь, и как бы жизнь, будучи невольником своих мыслей, она не хозяином, она тоже как бы как сон. То есть мы не пробужденные люди. Вот таким образом. Давай скажем так, если уж на то пошло, вот я тебе говорил об игре, ты вступаешь в игру. Но ты должен об этом знать. Не, ну ты поначалу, вступаешь в игру, ты знаешь, в чем будет именно твоя игра. Ну, здесь, наверное, еще плюс вот эта внутренняя, наверное, чуйка, как ее еще называют, не чуйка, а интуиция, то есть, наверное. Это как подсказка, интуиция как подсказка. Тебе подстерли это все? А интуиция – это как подсказка. Вот ты пойдешь, как говорится, ты знаешь же, ты же знаешь, что вот через какое... Вот бывало же у тебя такое. Вот ты идешь, ты знаешь, что там, вот, допустим, может быть такой-то. И ты вот этой интуиции не поверил, ты идешь, опять же, ты знаешь, что сейчас ты упадешь, свалишься куда-то. Ну, ты идешь, ты не прислушался к интуиции. Ты спотыкаешься и падаешь. Ну, интуиция тебе подсказала, не надо, может. И опять же, бывает, чуйка. Ешь ты на автобусе каком-то. Ну, у меня вот, допустим, были такие вот моменты. За какое-то время, или в маршрутке, или это. Ну, это, правда, давно было. То есть, допустим, чуйка, не сяду на этот автобус. Потом через какое-то время узнаю, что там авария с этим автобусом. Ну, вот она не знает, где и как, что, вот эту информацию мы, наверное, считываем. Мы вот как действительно, вот этот аватар, и мы в этом аватаре сидим, но информацию мы все равно, наверное, черпаем где-то оттуда. То есть все равно вот эти подсказочки, они идут оттуда. То, что, допустим, не пробужденный, нет. Я думаю, это, скорее всего, наверное, условия той же игры. То есть, вот ты говоришь, там пробудились, не пробудились. Нет, он именно знает, что он как непробужденный, человек, он должен пробудиться сам, найти именно все способы, как бы пробудиться. То есть, и он же опять же садится в этот же тот же аватар, человек. Я понял. То есть садится, знает, что ему нужно в этом теле, в этом же теле и аватаре, так приятнее будет, аватар. Или модно. То есть он должен найти ту дорогу, именно как себя пробудить. Не знаю, под какими влияниями. Она может быть под какими-то условиями, под какими-то сложными жизненными ситуациями. Должно как-то, встрепенуть. То есть выбрать дорогу. Но опять же, ты же выбираешь, смотри. Быть тебе, опять же, или богатым, или бедным. Злым или добрым. То есть, допустим, прощать, не прощать, то есть мстить, не мстить. Ты, опять же, вот тебе дают практически вот право выбора. Просто право выбора. То есть ты идешь или в хорошем направлении, или в плохом. То есть, опять же, мне такое ощущение, что ты эту душу, на энергетику, которая сидит в этом человеке, в котором ты проходишь определенный опыт, он должен как-то взрастить в себе, наверное, какие-то определенные качества. Взрастить ближе, мне кажется, что я не хочу что-то к Богу приближаться. Приблизиться к Богу. Опять же, смотри, как у мастера Маргарите сказано было. Когда Воланд говорил, он говорит, не бывает же, допустим, света без тени, тогда это просто свет и все. То есть нет какой-то так же, как и в рисунке. Не может быть просто вот этот свет, и ты вот рисуешь же рисунок, ты же тенями рисуешь, оттенками, то есть делаешь тень, чтобы ты это видел, читалось это все, это преобразовалось. Но здесь я еще, конечно, может, что-то не догнал, но есть свои какие-то мысли. Между прочим, всегда, даже взять там из Библии какие-то вот моменты, там Вет, Новый Завет, Старый Завет, там еще что-то.
все это из старого завета. Я действительно, я вот, может, где-то в юности, наверное, прочитал, ну, лет, не знаю, может быть, лет 20-21 где-то, может быть, был. И там было такое, я не знаю, почему в голову так втемяшилось. Знаешь, из Ветхого тоже завета было сказано, пусть будет проклят тот человек, верующий другому человеку, потому что нет основы верить этому. Да? О чем? Я такое слышал, да. То есть, а на самом деле, какая основа есть? Иной раз, допустим, принять решение какое-то, давай скажем, ну, ты не знаешь, как его решить. То есть, ты всегда в сомнении, ты даже себе не можешь доверять. О чем говорить о людях тогда? Он сегодня сказал, допустим, да, ну, хоть женщина, хоть мужчина, там, допустим, да я ладно, знаешь, сколько ты спотыкался в своей жизни, а сколько я спотыкался тоже. То есть, а вот действительно приходит именно к тому, что действительно в Ветхом Завете было сказано правильно, все-таки, блин, пусть будет проклят тот человек, верующий другому человеку. Ну, как проклят? Просто проклятие, оно воспринимается не очень. Ну, понятно. Негативно. Могли бы, конечно, заменить. Опять же, если это все-таки делается, это значит, блин, чтобы убрали из Ветхого Завета, сделали вно, чтобы, блин, люди больше верили. Угу. На самом деле, это чтоб, допустим, кем-то можно было, я не знаю, регулировать, то есть, допустим, направлять его куда-то, еще что-то. А если человек будет сомневаться и не верить, человек может верить только, как тебе сказать, да, в свою семью, в свою страну. Я не знаю, где он вырос, давай скажем, именно то место. Если ему, да, не знаю, придет враг, да, вот они, то есть люди у нас, ну, те, на которой территории живут, они сплочаются, тогда они могут дать отпор. А по сути, когда мир, все это то же самое, мини-такие войны между соседями, между еще что-то такое. Кто-то же тебе основу, это мало кто, люди, допустим, выполняет свое, допустим, он взял, к примеру, долг. И вовремя не отдал. Они, есть люди педанты, в принципе, они, некоторые. Ну, тоже же можно там из-за чего-то. Ну, вовремя-то не отдал, ну, подвел ты его. Ну, там, попал в больницу, там, не знаю, что-то ему еще плохо. А может, просто бывает, знаешь, забывает. Хотя, знаешь, должники тоже ничего не забывают. Потому что они знают, что им происходит. Делают вид, что они, типа, забыли или, блин, начинают тебя игнорировать. Потому что, ну, опять же, ты же занимаешь у кого-то, а отдаешь свои, по сути. Ну, вот я тебе говорю, вот почему действительно вот к людям я уже наблюдал. Не знаю, есть и друзья, за которыми действительно просто наблюдаешь. Именно она поступает. И начинаешь думать, да, они же там же клянутся богами. Да я что, тебе, ты что, блин, ё-моё. Да я тебе, да даже по себе, ну, раз, допустим, ловишь себя на мысль, ага, я сказал так-то, а какие-то обстоятельства тебя меняют. Меняют как? Тут, допустим, ну, не знаю, ну, там, к примеру, да, вот ты работу отработал, там, да, допустим, тебе обещали в этот момент дать зарплату, тебе не дали. Ты, получается, опять же, ты не можешь эти деньги, допустим, принести человеку, отдать. То есть, и получается, действительно, опять Ветхий Завет, что, да, пусть будет проклят тот человек, верующий другому человеку. Ну, как сокровищами. То есть, вот это вообще машинки, да? Это да, это все машинки. Это тоже машинки, но это как бы рама под них. Рама под машинкой. Да. Да. Что-то захотелось такого, как тебе сказать, неординарного, блин, не просто рама, а какой-то образ, да, ну что-то более художественное. Но это даже не машинка, это, скорее всего, знаешь, для каких-то салонов, там, я не знаю, магических салонов, к примеру, да? Там шар какой-то, там, туда-сюда. Да. Ну, а машинки рабочие, да, вот эти? Они все рабочие. Ну, он тоже машину, ну, сделал тоже из железа. Ну, короче, просто пробуй, делай, да и все. Тут ничего такого супер страшного. Ну, вот, допустим, образный, ну, не знаю, так же, если брать, допустим, черри, ну, к примеру, вот машинка, да. Ну, то есть, вот она. Железная. Упадет, точно не поломается. Ну, так тяжеловато, да, я все равно пока еще работаю над ним. Ну, вот тоже, знаешь, симпак есть стиль. Симпанк, по-моему. Да, ну тут вот, да, двигатель ставится, ну вот типа тоже под лошадь. Ну, симпак, в принципе. Ну, еще не доделан, еще надо доделывать. Все это. То есть, ну, типа лошади будет.
Вот именно в металлическом таком варианте. Вот. Ну, вот как художественный. Ну, вот обычные тоже. Такие легенькие. Там, допустим, делать машины. Ну, для девчонок, в принципе, нормально. Они не такие уж тяжелые. Да, эти машины. Ну, пока ищу, давай, скажем так, новые какие-то направления именно в дизайне их, по крайней мере, ну, машинок. И вот. Картины. А, ну, картины, да. Это для режиссеров говорю. Ну, смотри. Я вот это тебе рассказывал про Оша, да? Там же тоже, ну, вот, и тоже Бричу рассказывал, что расскажи о своем учении, и он промолчал. Ну, как мастер. То есть в этом же тоже есть. Но я тебе даже скажу так, почему он промолчал только по одной причине. Потому что, а что толку, блин, тебе рассказывать, если он глубоко сам это все понимает, и тебе словами это он не объяснит. Пока ты это все сам через все это не пройдешь, ты не поймешь. А смысл ему нужно было говорить. Ты все равно это не поймешь. Ну, я считаю, вот именно так. Ну, вот я ее именно, да. Ну, а смысл разговаривать, ну, не знаю, блин, с попугаем, к примеру. Ладно, тот может повторить, там, ну, не знаю, с собакой. Хотя, блин, может быть, у них тоже есть свое. Мы, это мы их, наверное, не понимаем. Не понимаем, они нас понимают. Ну. Вообще, я не знаю. По-хорошему, я думаю, знаешь, ты всегда должен искать именно комфорт в себе. Не с кем-либо, а с самим собой искать. Ну, Катя, конечно, это может быть по ненормальному звучит. Нет, ну как бы все внутри тебя заложено. Весь мир в тебе. Весь мир. Абсолютно весь. Все заложено. Вся вселенная, это микровселенная в тебе. То есть ты, опять же, давай скажем так. Ты никогда ни с кем не договоришься. Ты никогда, блин, знаешь, чтобы тебе с открытыми ртами смотрели. Ну, это да, может быть, знаешь, влияние толпы. Может быть, как революция делается. Но это эмоции. А создать именно мир ты только можешь сам в себе. И быть счастливым только в сам себе, самим собой. Ну, как сам? Ну, не помень, не превратно, там, к примеру. Знаешь, иди, чтобы идиотом-то. То есть ты вот, ты должен искать, что тебя действительно... Давай скажем так, ну, по крайней мере, если у тебя что-то не получается, ты должен заниматься именно своим любимым каким-то делом. Просто любимым делом, которое тебя отвлекает, или какая-то идея, она тебя туда затягивает. То есть ты должен чем-то постоянно заниматься. Ну, знаешь, есть люди-мыслители, они могут, может, просто лежать. Ага. То есть ничего не делать, как бы философами просто. Ну, вот есть и такие как бы, варианты. То есть, ну, вот он такой, да. Вот он, кроме как мыслить, он ничего не умеет делать. Тоже такие люди, в принципе, почему нет? Ну, да, почему они там на дачу сгонять, там еще что-то, конечно, хочет, ну там. Природа, она вообще, в принципе, гармонирует. То есть, давай скажем так, у тебя дача есть? Да, конечно. Ну, ты же, вот сейчас весна, ты же не дождешься, опять же. Ты даже думаешь, извиняюсь, да. Точно не вру. Ты хочешь именно, опять же, поехать там, даже пускай в тиши, пускай, да, блядь, с костром, пускай, блядь, с шашлычком, пускай, ладно, конечно, может быть, с кем-то, с любимой девушкой там побыть. Ну, ты ждешь этого, чтобы, как тебе сказать, помедитировать там. Ну, как помедитировать, в баньке помыться, вечером птичек этих, кузнечиков послушать, еще что-то такое. То есть, именно вот этот релакс твой. То есть послушать не только человеческий мир, а вот именно, ну, просто природа, да? Потому что почему у нас всегда, например, на Алтае тянет? Потому что ты приезжаешь, уже воздух, и ты смотришь, там, допустим, одна живность какая-то, что-то там ку-ку-ку-ку, другая там сова фу-фу-фу, блядь, еще что-то. То есть, ну, ты именно, как тебе сказать, ты перенастраиваешь сам себя именно, да, с точки зрения даже вибрации. Вот эта вибрация, она же, ну, не знаю, планета тоже же дышит и живет, это тоже определенно. Каждое тело, в принципе, выделяет именно определенную вибрацию. То есть, ну, к примеру, Алтай природа, но это тоже вибрация. Те, допустим, звуки, которые ты слышишь помимо птичек, это все тоже вибрация.
И мы с точки зрения где-то вибрации действительно живем. Ну, честно, может быть, имеет свойство все-таки, да. Может, есть и технические. Но, опять же, если взять, например, если они есть, инопланетяне, ну, к примеру, если они даже и есть. Угу. Ну, прикинь, да, он там наблюдает, у них голова такая, мышца, ну, значит, у них там мозгов чересчур до хрена, что они перестали, блин, физически выполнять какие-то определенные функции. Они уже одной мысли могут передвигать какие-то определенные вещи. А зачем тогда им мышцы? Ну, так, по сути. Ну, да, так-то да. То есть, опять же, получается, что мыслью можно заставить, допустим, практически как ты становишься царем, допустим, жить больше или дольше, я не знаю. Но никто, конечно, за ними не наблюдал, сколько они живут, правильно? Там просто выводы делают, что, допустим, да, вот они сюда прилетают, что там воруют кого-то, чтобы, допустим, у него нет ребенка. Да кто знает? Это так, просто теория какая-то. Значит, мы с тобой решили, что череп – это трансформатор. Ну, давай скажем так, это каркас. А, транслятор. Ну, каркас-транслятор. Нет, я, наверное, мозг, это, давай скажем, это обмотка, а это как бы рама под обмотку, скажем так. Якорь. Да, ну не якорь, как тебе сказать. Ну, понял. Рама сверху. То есть, корпус обмотки. Да, вот правильно. Корпус обмотки. А не случись, вот говорят, что гром не грянет, да, мужик не перекрестится. Ну так это же не просто так же поговорки были придуманы. Это же как наблюдение человека. С другой стороны, да, ну а что, жизнь учит по-другому. Ты учишься же на своих ошибках. Знаешь, иной раз даже кажется, что, блин, мы то, что здесь есть, мы корректируем, но что-то в процессе, я имею в виду, ну, жизни, мы еще что-то приобретаем. То есть мы вспоминаем, еще что-то приобретаем, ну, плюс корректируем еще себя немножечко. То есть именно я вот думаю так. Так-то мы все знаем, ну, говорю, почему память стирает. И опять же, знаешь, есть же люди, которые... Действительно не верят именно ни в Бога, ни в черта, блин, там еще. Хотя, кто его знает, у него свой Бог. То есть, допустим, он все равно это воспринимает. Ну, опять же, давай, а какая польза от того, что от этого организма? Ну ладно, как не стать удобрением, что ли? Ну ладно, жил, блин, дурачился, там, и что-то ж мыслил о чем-то каком-то высшем, блин. А нахера это нужно-то все? Нет, да понятно, что. Не, ну сам так логично, нахер. Ну, если даже ты помер, смотри, ну опять же, какая тут польза будет? А никакой пользы не будет. То есть тебя не было, то есть, получается, ты, блин, жил хобана, но ты даже об этом не будешь знать, был ты или не был. Вообще, ну вот так, по сути. Ну не было тебя, ну нету и нету, что ты был, что ты не был. Тебя, ну вот все, тебе просто нету. Там нет ничего, ни мыслей, ничего нету, просто вот так, хорошо одним словом, даже заебись. Ну нет тебя. Просто ты даже себя не ощущаешь, ну просто вот я даже не могу представить, что тебя даже такого нету. Я даже это не могу представить. Да, понятно. Как это вообще, чтобы тебя не было? Это совсем ничего? Это что? Ну тогда что вот эта плазма? То, что там в мозгу, вот сейчас мы даже разговариваемся, у нас там идут процессы, да, там искрится что-то куда-то передается. Давай скажем, плазма. А, ну я не знаю, доказали, не доказали, что в плазме есть какая-то определенная информация. Ну как, я не знаю, ну а где тогда эта флешка? Именно куда эта информация утекает? Вот. Флешка. Не, ну, я понял. Ну ладно, может, флешка ты в данный момент, пока ты в физике, то есть в теле, эта информация в каждой клетке, я не знаю, в руке, в пальце. Там. Где то есть она, эта информация, везде она по тебе. Когда ты умел, может быть, она просто потом концентрируется, как говорится, ну как передача. Уходит на сервер. Передача файла, ну, к примеру, опять же, тот же компьютер. Ты же на какой-то почтовый ящик, блин, чпокна. Ну, а там можешь автоматически вызвать чпок-то, ты умеешь. И ушла на сервер. Ну, это так, утрированно. Ну, а по-другому как? Получается, человек все равно, сука, гребет к себе больше. Да разве это больше-то оно принесет удовольствие какое-то? Ну, принесет в каком-то, я не знаю, может, материальный. Ну, нас набьешь ты свой желудок, ё-моё, больше. То есть, или, а потом у людей это, как тебе сказать, ну, приходит в привычку. Ну, дальше я не знаю, что делать, но я вот привычно буду заниматься, зарабатывать деньги, например. И вот они по накатам идут, и потом уже в культ привели деньги. То есть не чувства, а деньги. Потом уже начинается сраться между родными людьми, ну и там, между сестрой, братом, сватом. Неважно. Это все перерастает. А между прочим, вот смотри, вот сейчас телевидение. Это все переходит. Действительно, вот это все говно.
на телевидении. Именно вот это говно и всех интересует. Вот это говно, вот эти срачки-драчки, блин, всем интересно, садятся и делают. Хотя, блядь, смотрят именно те, у кого, блядь, рыльца в пушку.